Шестой класс, 26 серия. Графы. Графы это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Эти точки называются вершины, а линии ребра. Степень каждой вершины в данном случае равна двум. Степень вершины это число ребер, выходящих из вершины. Два числа четное значит, в этом графе все вершины четные если все вершины четные. Можно сделать обрисовку одним росчерком пера. То есть мы начинаем обрисовку в одной из точек, ну, например, вот в этой, и проходим по всем ребрам по одному разу, не отрывая карандаша от бумаги, и возвращаемся в ту же самую точку. Это мы можем сделать обрисовку в том случае, если все вершины четные, если граф связанный. Так, давайте определим степень каждой вершины вот в этом случае. 4, 2, 4, 3, 3. В этом графе есть две нечетные вершины. Обрисовка. Возможно, одним росчерком пера. Мы начинаем обрисовку в одной из нечетных вершин и приходим в другую. Так, ну давайте сделаем Обрисовку так, 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 так. Мы начинаем обрисовку в одной нечетной вершине и приходим в другую. В этом графе две нечетные вершины. Обрисовка одним росчерком пера возможно. Это граф, связанный, имеющий две нечетные вершины. Ну, давайте определим число ребер в этом графе. Для этого надо найти сумму степеней всех вершин. Так, а сумма степеней всех вершин – 16. И это число надо разделить на 2. Получится 8. Давайте сосчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ребер в данном графе. Так. Давайте определим степень каждой вершины в этом графе. 5 ребер выходит из вершины. 4, 4, 5, 5 и 5. Значит, в данном графе 4 нечетные вершины и 2 четные. Если нечетных вершин 0 или 2, то тогда возможна обрисовка одним росчерком пера. Вот в этом случае у нас 4 нечетные вершины. Обрисовка одним росчерком пера невозможна. Давайте определим число ребер в этом графе. Надо найти сумму степеней всех вершин. Если мы найдем значение суммы, значит, это будет число 28. И 28 надо разделить на 2. Получится 14. давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ребер в графе. Первая задача. Между девятью планетами Солнечной системы установлено космическое сообщение. Ракеты летают по следующим маршрутам. Земля, Меркурий, Плутон, Венера, Земля Плутон, Плутон Меркурий, Меркурий Венера. Так, вот мы построили граф, состоящий из четырех вершин. Вершины это планеты Земля Меркурий, Плутон Венера. А ребро показывает, что установлено сообщение. Да? Есть такой маршрут. Все остальные планеты, они будут принадлежать другому связанному графу. Значит, Уран Нептун, Нептун Сатурн, Сатурн Юпитер, Юпитер Марс и Марс Уран. Итак, у нас получилось два связанных графа. В одном графе четыре вершины, в другом пять вершин. Маршрут от Земли и до Марса невозможен, потому что мы не можем пройти из этой точки в эту по ребрам. Можно сказать, что у нас два связанных графа либо один несвязанный граф с двумя компонентами связности Земля и Марс принадлежат разным компонентам связности. Значит, долететь невозможно. Вторая задача. Барон Мюнхгаузен, прилетев с Луны, рассказал, что в каждое лунное море впадает пять рек, а из каждого лунного моря вытекает шесть рек. Докажите, что он говорит неправду. Ну, допустим, то, что сказал барон Мюнхгаузен, правда. И, допустим, было там x морей. Допустим. Так, если x морей, то значит, в каждое лунное море впадает 5 рек. Значит, 5 умножаю на x. Мы узнаем, сколько рек. С другой стороны, из каждого вытекает 6. И мы приходим к противоречию, что число рек должно быть с одной стороны 5х, а с другой стороны 6х. Мы пришли к противоречию. Такого быть не может. Значит, он говорит неправду. Третья задача. Дан кусок проволоки длиной 240 см. Можно ли, не ломая проволоки, изготовить каркас куба с ребром 20? Ну, давайте... Прежде всего, проверим, по длине подойдет такой кусок проволоки или нет. 240 делим на 20, 12. Да, как раз 12 ребер. В кубе 12 ребер, 6 граней, 8 вершин. Но здесь надо обратить внимание на слова ⁇ не ломая проволоки ⁇ То есть проволоку можно только поворачивать, сгибать, но не ломать. То есть, другими словами, можно ли сделать обрисовку вот этого каркаса куба одним росчерком пера. Восемь вершин. Из каждой вершины выходит три ребра. Значит, восемь нечетных вершин. Если восемь нечетных вершин, обрисовка одним росчерком пера невозможна. Изготовить такой каркас невозможно.